Юные хоккеисты из команды «Полярные волки» примут участие в международных соревнованиях в Китае. Турнир пройдет в феврале в Харбине. Сейчас у ребят идет активная подготовка к выездным состязаниям. Сюжет нашего корреспондента Юрия Осипова. Дети, но совсем как взрослые, и тренируются также, не щадя себя. Несмотря на юный возраст, у ребят за плечами годы упорных занятий. Эти соревнования для них первый опыт, но ребята к ним готовы и уверены в своих силах. В турнире примут участие 8 команд из Китая, Южной Кореи, Тайваня и России. Для наших юных спортсменов такие соревнования в новинку. В Харбин поедут 17 ребят, 15 полевых игроков и 2 вратаря. Сейчас команда активно тренируется, ведь до соревнований остается все меньше времени. Тренируемся 5 раз в неделю. Это лед. Получается, ну, также есть сухие тренировки, то есть, ну, на технические. Наша команда представлена детьми 2009 года рождения, первоклассниками. Большинство команд соперников же ребята 2008 года. Можно сказать, что наши спортсмены самые младшие. Несмотря на это, настрой у них серьезный. Намного волнуюсь, потому что если я проиграю, то у меня будет очень большой позор. Сейчас же ребята тренируются в свое удовольствие. Несмотря на то, что для малышей это первая поездка, ребята постарше уже имеют опыт подобных соревнований. Осенью прошлого года ребята 2005 года вернулись из Харбина с победой. В финале встречались с китайцами и уверенно обыграли. И заняли первое место. В том турнире принимало участие 8 команд. 4 было с России, 4 команды было с Китая. Якутский хоккей добивается все больших успехов. Так, совсем недавно юношеская сборная вернулась из города Междуреченск, где стала победителем первенства России среди юношей 2004 года рождения. В турнире участвовало 7 команд. Мы, Чита, Междуреченск, Кызыл, Томск, Славгород, Павлодар. Вот, ну и на турнире одну игру проиграли Павлодару, а остальные все выиграли. Хоккей в Якутии двигается быстрыми темпами. Всего за несколько лет он поднялся на новый уровень. Активнее всего в республике хоккей развивается в Якутске, Нерюнгри и Мирном. С прошлого года к ним присоединились города Ленск и Алдан. Сейчас уже в селах началась активная работа. Так, хоккейные корты построили в Барагонцах, Хандыге и Тикси. Возможно, сегодняшние дети, занимающиеся на этих площадках, завтра станут профессиональными спортсменами, разносящими вокруг славу якутской школы хоккея. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.